Ребята, всем привет! Вы на канале Алекс Бойко, и сегодня у нас будет небольшая распаковочка. Ко мне пришла посылка с сайта banggood.com. Мне прислали мини-пауэрбанк марки Blitzwolf, и давайте его распакуем. А вы знаете, что можно сэкономить 7% на любом заказе с AliExpress? Просто зарегистрируйся, установи плагин и совершай покупки. 7% от суммы заказа будут возвращены на твой кэшбэк-счет, а после завершения сделки деньги можно вывести любым удобным способом. Я очень много заказываю с AliExpress и сэкономил уже кучу денег. Кому интересно, все ссылки я оставлю в описании. Поставляется этот пауэрбанк в такой вот коробочке. Модель называется BWP2, если я правильно называю. В комплекте поставки сам пауэрбанк и кабель USB, мини-USB. Этот пауэрбанк бывает в трех цветах – черном, синем и серебристом. В данном случае у меня черный вариант. И стоит он на сайте Banggood $10. Это мини-портативный пауэрбанк, который полностью выполнен из металла и очень приятно лежит в руке. Видно, что вещь качественная и по дизайну и стилю упаковки чем-то напоминает продукцию Xiaomi. На корпусе есть всего лишь одна кнопка, при нажатии на которую мы видим уровень заряда. Кстати, емкость у этого малыша совсем не детская, как заявляет производитель. Емкость его составляет 3350 мАч, что довольно неплохо для таких компактных размеров. Кстати, я провел небольшой эксперимент. Взял свой смартфон Meizu MX5 с уровнем заряда 12%, выключил его и подключил к полностью заряженному пауэрбанку и оставил на ночь. Утром я включил смартфон, и оказалось, что этот мини-пауэрбанк смог зарядить его с 12% до 77%. Думаю, это совсем неплохо. Также можно сделать небольшой компактный осветительный прибор, если подключить к нему USB-светильник, который я когда-то купил на AliExpress. Ссылка на пауэрбанк и светильник будет, как обычно, в описании под видео. Можно бросить его в сумку на всякий случай, места он занимает мало, а лишним, я думаю, не будет. Кстати, для тех, кто любит конкурсы, магазин Banggood предоставил мне целых 5 таких пауэрбанков для розыгрыша среди зрителей, то есть будет целых 5 победителей. Условия конкурса есть в описании под этим видео, внимательно читаем и выполняем. Победитель будет объявлен через неделю в группе AB Channel. Всем спасибо за внимание, пока-пока!